Ну что, можно ему, да? Да, сейчас мы тут прям как Оскар, да? И победитель. Потом слово записать надо победителя. Будет Александр, я уже сразу говорю, будет Александр. Записываешь? Да. Начинаем розыгрыш. Розыгрыш нам поможет Ханс. Он вытянет одну бумажку. Одну бумажку, и так мы определим победителя. Самое незаинтересованное лицо берет бумажку. Ханс, please take one piece of paper. Romeo, Tree, Lima, Delta. Боже, ты фас, thank you very much. Каждый год с призом. Он и в прошлом году приз в нем. So actually the last time he also win. Так, Рома, теперь. Ну теперь в дружбу. Надо проверить остальные Саш, карты. Саш, ну теперь в дружбу. Да, Ромео, да, Ромео, тоже, да. Давай его в другие посмотрим, переверни там. Правильно. То, что все честно, вот. Он есть другой позывной. Здесь RZ3LC. Здесь RT3LA, здесь R3LC, здесь R3LA, R3LCV, RZ3LA, RV3LY, у Атрилит. Все. Это те, кто остался. Так, теперь второй приз, поощрительный. А эти отдают. Вот эти? Да. Это шагометр. Только эти 800. Ну что, главное чем? Second prize. Не-не, ну понятно, нужно спасибо. Так как людей много было, разыгрываем номер участника. Это было, где это было? Так, у меня список. Здесь в списке 45 человек, которые участвовали. Номер по порядку, это будет номер, кто выиграл. Разыгрывать будет случайный номер, который выберет планшет. Ага, вот так сейчас, да? Да, ну, по-взрослому. Ну, 45, шляпа будет 45 этикеток. Ну что, я иду туда, Вова. Это слишком это... Там генератор совершенно случайных чисел? Совершенно случайных чисел. 10 секунд задержка. Будем испытывать? Да, да, верим. Был. Да, да. Испытывать. Давайте, сразу заводи. Давайте один раз, то есть два раза, то, что вы видели, что номера выпадают разные, я это покажу вам, что идут разные номера, а потом третий раз будет победитель. Так, сейчас мы тут найдем. Так, программа настроена. Ну вот, Саша. Да, ладно. Хочешь, я подарю часы? Не-не-не. Да хотя бы просто посмотреть. У нас 45 участников, я указываю. Генерировать номер с 1 по 45. Возьми силу какой-нибудь. Будете смотреть с 1 по 45 номер. С 1 по 45. И глазам идет, да? Да, по глазам. Ну давай, Володь. Смотрите, тестовый запуск. Генерируется первый номер с 1 по 45. Он зачетный идет, он не участвует. 10 секунд ждем. Все, сразу это кто выиграет будет, да? Нет, третий это сейчас. Раз будет. А где ты такой прогу качнул? Два теста. Play Market. 45-й. Это RZ3 LVN бы выиграл бы. Но нет. Да. Проверяем это второй тест, раз. Это тест. Второй раз. Тоже тест. Сейчас второй раз он выиграет. Нет, сейчас тест. Привет. Здорово, Лисьма. Да, я не знаю. Ты ехал там, кричал на двойке. Да. Или слышно было. Я же сказал, что он два раза выиграет. И сейчас и третий раз выиграет. Но если третий, это тогда мне зачем. Победивший песни петь будет. Два раза ЛВН. Какая хорошая программа. Короче, это нечестно. Так может и часы так будут? Он не мог. Сейчас, пацаны, переведу 45-й на другой. Какой там я? Нет, занят. Так, давайте тогда по-другому. Нет, перезвоню. Тогда мы будем тянуть бумажку. Вот. Придумано было еще. Вова, как? Венгерским способом. Не, он не генерирует число. Случайное число. Как-нибудь по-другому давай. Так. Вот самое интересное. Можно сначала десяток определить. А вот там, где у нас 92 человека.
Во, правильно говорят, с двух раз. Сначала десяток. Десяток, да. Порядок первый, потом второй порядок, и все. Давай еще раз проверим. Может, ты там не нажал генерировать? А что там за приз, Володь? Шагометр. Будете ходить, шаги считать. Вообще, очень хорошая. Моих... Нужно тебе вещи. Да, ты знаешь. Моих три, твоих один. Давайте кому-нибудь ее просто подарим, и все. Ну, надо. Это будет быстрее. Володь, давай Мишке подарим. Он с Ярцева приехал. Шаги шел. До Ярцева. И ему приятно будет, и всем. Я думаю, против никто не будет. Нет, давайте сыграем. Там уже по сгенерировано сейчас будет, наверное, эта трела все равно. Давайте тогда подеремся, что ли. Давайте. Сейчас сильно. Просто. Кто сильнее, тот и заберет. Я ошибся. Оказывается, генерируется каждое число. Один запуск, одно число. Поэтому 3 раза 45 повторилось. Не понятно. Запуск в программе. Смотрите. Записываешь? Да. Запускаем. Сейчас, то есть, будет это два тестовых, третий будет это... Смотрите, генерируем. Это уже будет победитель? Да. Нет, сейчас три. Еще раз тест. Понял. А потом заново программу надо будет запустить. Да. Следите за рукой. Хорошо. Было 27. 27. R3LG был но бы. Нет. Ну, нет. Так, нет. Вот закрываем. Все, давай, запускаем заново. То, что надо. Все, зачет. Нет, это тоже тестовый. Это третий тоже. Раз будет. Ну, чтобы это определить. Я еще не стреляла. L3LO, или как оно называется. Трио должен выйти. Я знаю, 36. Радио 2 Леонид Анна Федор. Вот. Так, ну все, сейчас. А, все, последний раз. А вот теперь. Два. А теперь все будет победитель. Кто из этих радио 2? Леонид Анна. Кто у нас? Что они делают? Да. Когда же мы выпьем? Прекрати это. Так, 14. 14. Я понял, что номер по стране едет, да, это R3. Кто выиграл? Я. Не, это не зачет. Да, вот смотри, у меня в списке нет. Поздравляю. Меня в списке нет. Поэтому я буду жать. Я не выиграю, понимаешь? Слышь, Володь, разыгрываем. Придешь и в карман, когда к жене придешь. Давай. На кнопку. Это Ancient Place. Вот, вот это вот. Я расскажешь? Вижу, да. Все готовые. Давай бы. Смотрите, руки боты. Отточи значки. И старт. Все, на зачет пошли. Первый. А сколько номинаций? Да не, вот один. Все, сейчас. Ну давай, вот это будет победитель. Все, сейчас победитель. Победитель, смотрим внимательно. Мы ему. А как его спросить? ЛД. Оп, 36. 36. 36, R3, LAF. Радио 2, Леонид Анна Федор. А он выпил? Он же два раза выпадает один и тот же? Нет. А что такое? 36. Да все, ладно. Да, это все он что-то привез сюда, так что... Я не заинтересован в этом. Два раза это два раза. Так, радио 2, Леонид Анна Федор. Вот это... А есть еще что нажать? А мы еще... Вот, так может, Миша, смотри, тут есть ручки, есть значки, будем разыгрывать. Смотри, вот. Да нет, что спрашивать, это все привезли. И последний приз разыгрывает. Мы сейчас ручки-то пишут. Всех членов СРР. А я не могу нажать, я не член. А что там, что там? Какой? А это удостоверение чемпиона мира по радиоспорту. Это в честь 25-летия нашего радиоклуба Московского. Тоже кто? Вот такая медаль. Там, наверное, в честь 25-летия? Да, это вообще это всего радиоклуба. О, подарите ей Ганс. Ты же говоришь, я отписываю, что ли? Да, Ганс, подарите ей. Радиоклубу России. Вот подарите вы ее Ганс. Ага. Зачем она кому-то? Кому она нужна? У нас условие такое. Что ж ты вот такой голубь? Ну, кто получит, может передать. Да, нам надо, если его здесь нет. Знак уважения. С 1 по 89. Он сделает это заочно. Да. Мы за него делегируем свои лучше дать самому лучшему радиолюбителю. Да. Мастеру спорта, например. Мастеру спорта. Да. Да. Давайте дадим мастеру спорта, а я подарю вас. Да, и так, все. Мы делаем 89 членов, и номер 90 – это Ханс. Короче. Да. So you will be number 90. There are 89 members. Okay. Of radio amateurs, you are 90, because you are part of the competition. Так, давайте тоже это. Внимательно. Не надо, кто стоите, не надо. Давайте сразу. Конечно, сразу, да, Боря, давай. У нас в списке 90 человек.
90 Ханс. 90 Ханс. Да кто же там ядрен батон-то, а? Да видишь, всем никому. Выдыши. Жмай давай. Давай ты нажимай. Нажимай быстрее, Борис Викторович. Погнали, Миша Городских. Угу. И как 90? Ну, 90, ну пожалуйста. Ну, пожалуйста. Давай быстрее. 10 секунд. 35. Ну почти 90, да. Все равно 35. Рядом. Это РА-3 ЛДП. Вот, это наш Ярцевский, я его представитель. Забирай. Прям знаешь, да? Конечно. Ну, по позвонок, да. Тут же звонишь. Не знаю, все. Фамилия. Розыгрыш закончен. Знаете, да? Иван, я предлагаю приступить к главному мероприятию клуба АСГ. Фамилия вообще не знаю. Сейчас. По именам мы тут. Мы сейчас подпишем все это дело. Журнал записывается? Угу. Я подписывать не буду. Где часы? Куда часы-то дели? Ушли уже. Кому? Че, уже часов нет? Нет, да? Часов. Нет. Ну, да, вот так вот все и. Нет уже часов. Хотел посмотреть. А налоги вы заплатили с подарком. Такого я не могу это попасть. Не облагаются они. Как нет? Выигрыш. Я выигрыш облагаются. 2000 не облагаются. У нас все поэтому. Мы входим в норму. Без рубля. Печать нашего клуба. Все серьезно. Угу. Давай его я сниму поближе, Сашке. Он рад будет. Клуб зарегистрирован. А где печать делал? У нас? Да. Я бы там запросил тогда печать. Миша все документирует. Печать надо там, надо сейчас, которую мы переделали. Сейчас там ее подпись надо поставить. Так, на, передашь. Ратрел ДК. Так, все, наши призы главные разыграны. Да. А можно посмотреть? Так, конечно, можно, даже можно. Это разыграно, теперь можно торт оставать. Нет, сейчас еще Александр. Тот пакетик заносить. Особые. А, подарки? Да. Саня, ты что забираешь? Что там работает? Я не хочу. Старший пробочек страшен. Уважаемый Ганс. Где Ганс? Мистер. От нашего клуба АСГ. From our club. Oh, yeah. Если вы желаете стать членом нашего клуба, if you like to be the member of our club, почетным членом нашего клуба, member of our club, хочу вручить Thank вам, you very much. I want to give you this. Oh my gosh. Члены клуба, the members of the club, members of the club. Call signs, yeah. Oh my gosh. Are you happy, guys? Oh yeah, thank you very much. Ну, а это на долгую память, чтобы вы пили чай, кофе и вспоминали, что также являетесь членом клуба АСГ. So to remind you that you are now the member of this club. Thank you, spa. Спасибо. Это еще не все. Ну и, соответственно, этот же диплом, который вы уже получали, вот здесь подпись, сейчас перезвоню. Мы еще допишем. Я решил артикль поставить. Все-таки название клуба. Артикль решил поставить. Да. Как название. Smolensk, Russia, May 14, remember 2017. И печать есть, да? Да. Сейчас это, мы еще тут... Мы еще подпишем его, подпишем. Mm-hmm. Сейчас подпишем. They would put more signatures here. Yeah, nice. Oh, все, кто здесь присутствует, все подпишут. The only thing is, you come back home, frame it, and on the wall. Так, походите. Я даже семейный портрет. But this is very nice. Так, все, вот она.